участок, который продается. 10 соток. Езжаем. Первого участка. Приличные дома. Что этот, что этот. Ну, тоже неплохой домик. Место шикарное. То есть кругом лес. Немножко экскурсия по СНТ, по ДНП. Такие даже строят домики большие. Дороги чистят. Вот наш дом. Уже готовый. Вот кругом лес. Вот еще один наш дом готовый. Делаем к нему пристройку. Заказчик попросил такой вот еще в стиле постмодерн домик интересный. Холм, получается, зона закрыта вся. Территория ДНП, она с одной стороны холмом отгорожена, а с другой стороны лесом. Получается такая закрытая интересная территория. Место шикарное, особенно когда луга распускаются, зеленые. Люди живут здесь постоянно. При въезде у нас еще два участка есть. Вот этот участок 10 соток и вот этот треугольный участок 6 соток. Все дальше выезд у нас идет. Мы подъезжаем к населенному пункту Оржицы. Здесь магазины, Пятерочка, Верный, садики, школы, банки, дворцы культуры. Все, все, что нужно, здесь есть.